Привет, друзья! 31 марта, весна. Как вам такая весна, друзья? Пойдемте посмотрим, что у меня с моими парничками под клубничку небольшими. Что с ними случилось? Это я дел на крытье чеснок. Сделал, чтобы не забросало. Да, он не боится минусовых температур, но тем не менее. А вот у меня парнички, где я сажал клубнику. Как вам? Вот. Обалдеть. Просто супер. С теплицы снег я уже... Где-то он попадал сам вот на этой теплице. Он сам попадал с этих теплиц снег. Я пострушил, чтобы вы видели. Гляньте, сколько снега нападало. 31 марта. Ну и вот еще получается у нас. Еще получается. Один парничок был под клубнику. Я думаю, клубники, конечно, ничего не будет. Но, друзья, пишите комментарии, кому интересно. Засниму еще одно видео после того, как разберу весь этот балаган. Была бы такая погода зимой. Было бы прекрасно. Но, увы, 31 марта. 31 марта.